Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Cherry Tiggo 8 Pro Max. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Мы разобрали краткий обзор. Пол в салоне, в багажнике смотрим, кое-где вибропластом обработан. Задние арки, голый металл. Автомобиль одни из самых шумных мест. Пол в салоне смотрим, также кое-где проклеен. Двери. Голый металл. Подготавливаем поверхность и приступаем исправлять. Друзья, закончили клеить вибропласт на Cherry Tiggo 8 Pro Max. Проклеен у нас пол в багажнике, задние арки, крылья. Также проклеен пол в салоне. Первый слой нанесли в дверях. Вибропласт, толщина его 3 мм. Приступили наносить второй слой. Мембранный шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем нашу работу. Заканчиваем клеить шумоизоляцию на Cherry Tiggo 8 Pro Max. Проклеено с мембранным шумопоглотителем пол в багажнике. Также мембрану наносим на задние арки, крылья. Обработан пол мембраны. Третий слой нанесли в дверях, вибропласт, толщина его 2 мм. Четвертый, заключительный слой, мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Автомобиль готов, собираем, проверяем. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!